Привет! Мы на канале Мисс Зуля Принцесса. И сегодня мы будем открывать Star Wars. Star Wars. Это фирма Hot Wheels. Hot Wheels, да, это огненные колеса, да? Нет, это такие машинки. И здесь тысячелетний сокол. Такая у нас коробка. Вот это сокол. Ребята, тут он уже открыл. Да-да, здесь мы покажем это, как он работает. И как она открывается, вот здесь стрелочка. Смысл этой игры таков, да? Мы собираем вот такую конструкцию. Здесь у нас будут имперские истребители. А у нас герои, я покажу вам. Штурмовики, да, Юля? Вот это, да. Смотри. Это штурмовики имперские, а это будет у нас тысячелетний сокол. Вот так он назывался. Вот. Это корабль, на котором летал... Кто летал? Star Wars, такой Чубака. Чубака там был такой волосатый, помнишь? А, да, это хороший герой. Давай, открывать. Давай. Открывать нужно вот так, на вот этой стрелочке. Начнем собирать. Собирать нашу конструкцию. Так, вот здесь, так, это пустыня. Здесь какой-то разбитый корабль. Здесь какой-то генератор. Здесь имперский крейсер разбитый. А где вот эти кораблики? Так, откроем. Сейчас мы все увидим. Они могут почитать в этом пакетике. Это инструкция, как собирать. Тут наклеечки. А я буду говорить, что там нужны батарейки. Конечно, нужны. Да, нужны батарейки здесь. Сколько батареек там, Юля, надо? Я не знаю. Похоже, 3. Так, тут у нас будет кусок. Кусок из пустыни. Пустыни, да? Давай кусок пустыни. Посмотрим инструкцию нашу. Где-то вот здесь надо будет, да, стоять? Здесь она должна пустынь. Вот здесь она будет крепиться. Вот она защелкивается здесь. Так. Давай мне ее. Куда она же заходит? Кусочек. А, вот он заходит. Так, наша конструкция почти готова. Дай башня. Вот она. Закрепилась наша башня. Вот эту конструкцию, самую большую, да? А вот это, да, вот этого робота. И вставляем ее сюда. Вот так. Теперь мы этот пакет. Это у нас должно быть для этих. Для
штурмовиков, наверное. Вот здесь. Это будет крепиться здесь. У меня есть один вот такой чудик, такой белый. Давай наклеечку. Один. Да. И это брелок. Такой. Наклеится штурмовичков. Красивенько только, да? Привет! Я Дарт Вейдер Юля! Юля, ты Дарт Вейдер, да? Есть такая масочка. Ну вот, мы собрали. Кто там пришел? Это я. Вау, я тебе поставляю. Это мой чудик. Вот он. О, привет, ребята. Твой чудик, твой брелок классный. Весь смысл такой, чтобы вот этим... Вот этим корабликом? Сбить, вот этим корабликом надо сбить вот эти. Вот эти черные истребители, да? И смотрите, как... А он крутится... А потом... Он крутится и падает на кого-то. Да, он крутится 360 градусов вокруг. О, и когда он забирает, как он всегда упал. Или вот так. Хорошо, ну пробуй. Заводи. Я очень боюсь. Заводи мотор. Один, два, три. Нажимай на кнопку и стреляй в него. А, меня кто-то стреляет. О, сбили тебя. Нажимай. Вот он стреляет. Кто-то... Ой, они меня не увидели. Ой, это они. О, сбила один. Сбила, молодец. Давай дальше. Нажимай на кнопочку, ты стреляй. Юля. Стреляй, на кнопочку нажимай. Вот, правильно. Падаю. Делай переворот. Вот это будет классный. Получилось. Да, Юля, у тебя молодец. У тебя получается. Ой, мне на мамочке дорогая. Там стреляй. А,
вам понравилось. Это моя база, это мой корабль, который нас никогда не сломали его. Мы снимаем маску, мы хотим тебя увидеть. О, сняла, я вижу вас. Ну вот такая игрушка интересная. Если вам понравилось, пишите комментарии. Я знаю, как сыграть эту игру. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И не забывайте нажимать на каждую кнопочку и на колокольчик. Да, если вам, ребята, понравилась эта игрушка. И еще нажимайте на лайк, который на YouTube показан. Хорошо, хорошо. Так, всем пока! Пока-пока! Пока-пока! Ой, не забудь! Я что-то хочу вам сказать. Вот эта штука у кого-то есть? Напишите